слушайте речь второй больной. Сердце красавицы, больше я ничего не знаю. Я люблю вас, я люблю вас, Ольга. Может, Рыцарь, я, конечно, бы хотела, но я сущая большая. Это пусть принесет мне сегодня. Дорвай вас, мой любимый муренек, любовник номер два. Что осталось в моей жизни, это смерть и любовь. Училась у Михайловского, но он тогда еще не родился. Мне 65 лет, так я бы хотела для милиции номер 29 остаться 65. Мне 33 года. Но я прокашляюсь, сказали. Ну, чтобы Жирновский меня расцеловал, пожалуйста. Я вышивать на все лады умею. Ноль! Ноль, говорю тебе, проклятый. Сердце! Это Чайковского? Нет. А Чех? Да. Я боюсь проглотить такое. Это самый передний. Но носовые, это мне коронка. Нет, мозг. Сердце красавицы, это компенсация за любовь с Анной, потому что он двойной муж. Эх, да, там Достоевский, но Гоголь на девичьем поле их освободила тюрьма и поселила в особняке. Пускай погибну я, ля-ля-ля-ля-ля. Я была, откровенно говоря, красавица. Кто тогда понимал, да даже не было техники. Потому что я по натуре общительная. Браво, браво, браво! Говорит Ирина Зеленая. Я сумасшедшая. Улыбка моя. Девочки обеих сторон. Я хочу всему свету по секрету. А я хочу, чтобы премировали всем, чем часиками. Пусть будет три часики. Одну я украду у тебя. Когда ты будешь у меня убираться. На что мне ехать? Черт его знает. Я была миленькая. Я сколько раз писала завещание своему мужу.